Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Arch Panzer, где мы продолжаем играть в Age of Wonders 4 за кислев, конкистадоров, корсаров, кому как больше нравится. В прошлой серии получилось у нас все-таки занять Геликсхолд тяжелыми, так сказать. Да нет, на самом деле потери у нас здесь не особо тяжелые, честно сказать, вообще без потерь. Его забрали, но сам путь Геликсхолду был достаточно напряженный, и сам факт того, что мы его взяли, это на самом деле очень круто. Гномы! Не знаю, что у них здесь происходит, ну да ладно, посмотрим. Кроме того, у нас... Хотя нет, у нас сегодня задача накопить на телепорты. Да, 200 авторитета нам надо, буквально еще 3 хода, и будут у нас с вами телепорты. Сможем мы телепортироваться по всей нашей территории, это очень здорово. Также мы прошлую с вами серию закончили на том, что всякие здесь экономические штуки надо посмотреть. Давайте смотреть, что где достроилось. Драгун у нас готов. Вот такие вот товарищи теперь у нас на медведях гоняют. Ну, достаточно жиденькие они, конечно. Всего лишь 2 защиты, 2 сопротивляемости. Ну, здоровье 90, да, здоровье это хорошо. Мастер-застрельщик, после атаки еще и действие у него появляется. Ну, это очень толстые застрельщики. Очень толстые, в принципе, наносит много урона, 18 за тычку. Но защита, конечно, оставляет желать лучшего. Это такие юниты явно не лобовой атаки. Ну, застрельщики это и есть застрельщики, они не должны ходить в лоб. Есть у нас броненосец. Прямая наводка, один выстрел, 20 физического, 20 огненного. Есть обстрел, наносит урон в радиусе одной клетки. Ну, урон на самом деле достаточно слабенький. Ну, зато сокрушитель разносит препятствия. Так, дает способность боеприпас, осколочный заряд. Кровотечение вешает. Зажигательный заряд. Урон от огня и горит. И рассекающий заряд. Броню пробивает. Дорогое обслуживание у него, вот негодяй. Дорого стоит. Ну окей, давайте эти войска, наверное, мы отправим куда-нибудь... Ой-ой-ой, знаете что? Нет, ничего. Внезапно увидел вот этот источник маны, и что-то меня стукнуло, что я его должен был захватить. Ну нет, я же его вроде как клокосечи оставил. Ладно. Ну так вот, хотя... Страж-мародер... Ладно. Я про то, что вот этих ребят-то надо кем-то выбить. Если даже я хочу здесь точку себе занять. Так, монетный двор. Ой-ой-ой-ой, как много всего доступно-то нам. Как много всего доступно. А куда я хочу? Я бы на самом деле, возможно, даже вот этот портал бы себе присоединил. К городу. А этот форпост вообще разобрать и не тратить 10 монет. Источник маны. И здесь что-нибудь построить, чтобы глаза, так сказать, не мазало. Давайте посмотрим, что у нас доступно из дополнительных зданий. Школа Криомантии вот доступна. Можно ее воткнуть. Вот здесь вот занять эту территорию и воткнуть сюда школу. Будет у нас много науки. Ну, немного науки, много маны будет. Может, конечно, и сюда воткнуть. А здесь хотя только 3 будет, да, снежных. А если сюда? 1, 2, 3, 4, 5. Нет, сюда выгоднее. Давайте для интереса хижину воткнем и потом сразу школу. Криомантии. Вот сюда, да. А, тут броненосец достроился, это прекрасно. Ну, баня тут однозначно нужна. А, и что построить в Кислифе? Слушайте, денег как много у нас было. Ну, мы благополучно все потратили. Может быть, что-то, опять же таки, из уникального построить. Военная кузница.
Есть портал, лесопилка, ферма. Никаких бонусов не будет. Ну такое. Врата времени. Уклонение. Ух ты, в функции телепорта, кстати. А. Слушайте, а функция телепорта-то это очень интересно. Прям очень интересно. Подождите, а врата времени это... Из какой книги? Из астральной ведь, да? Это книгу телепортации, они отсюда. Да, вот они, врата времени. Слушайте, очень полезная штука получается. Куда бы ее поставить? Я бы ее сюда, вот вместо вот этого рудника поставил. Здесь за портал какой-никакой доход бы мы будем получать. И, ну и относительно неплохой телепорт. Хотя, наверное, вот здесь вот лучше был бы как раз этот портал. Ну, не портал, в смысле, а телепорт. Здесь, смотрите, двойной портал будет бонус. Ну-ка, сколько она здесь будет? Плюс 3 к мане и плюс 3 к знаниям. То есть будем получать 6-6. Вот здесь вот от этого телепорта. Если, ну, если здесь поставим... Слушайте, а знаете, как сделаю? Я, наверное, сразу поставлю. Я забуду, вот честно. Если я сейчас не займу это место, я просто про него забуду. Вот так вот сделаем. Добавим в очередь. Ну, а здесь, получается, просто деньги пока производим. Хотя он позиции лучников. А почему не? Давайте будут позиции лучников. Чуть-чуть прибавили силушки нашей обороне. Дальше деньги. Здесь. Ох ты. Слушайте, а я вот это как-то не заметил. Может, пингвина отправить на разведку? Да, давайте... А, хотя нет, может быть, вот этого отправить туда. Этими все-таки отрядами возвращаться. Я хочу вот сюда спуститься сейчас вот этими двумя отрядами. А я, наверное, деньги копил еще на одного героя, да? Как тяжело играть после... перерывов, а? Я все забываю, что хотел сделать. Просто абсолютно все. Ну что за жизнь? Ладно. Давайте, наверное, вот этого пингвина все-таки сюда отправлю. Потом догонит он нас. Угу. Дракоклык. Доброжелательный товарищ. Посетить. А, про него еще никто и не знает. А. У меня камней, правда... 7 миллиардов штук. Один у меня в Клыкосече. Один в Урочище Знаний. Знамений. Вассал, вассал. Можно, конечно, за счет устрашения сыграть. Устрашить их, и они сразу на следующий уровень перейдут. Благополучие. Ну, не благополучие, а взаимоотношений. Я, наверное, так сделаю. Сразу договор о сотрудничестве у нас. И 5 ходов теперь не сможем улучшаться. Ну, эти товарищи здесь появились ровно потому, что у нас обмен обзором. Поэтому они их тоже увидели. Ну ладно, дракоклык попробуем за счет добычи как-то покорить. Назовем это так. Переговоры прошли успешно. Окей. У меня, кстати, третий камушек. Если я ничего не путаю, можно еще будет взять. Да, вот отсюда. Шепот при дворе. Поэтому чисто теоретически есть сюда что отправить. Теперь давайте смотреть все-таки по войскам. Я здесь произвел еще 2 пингвинов. Их явно в морской какой-то отряд стоит отправить. Морской отряд. Ну слушайте, тут армии такие стоят, которые, я боюсь, одним отрядом-то... Обалдеть, у башни отблесков есть корабль-призрак. Откуда у вас такой? Откуда у вас такой? Еще один корабль-призрак. Я тоже такой хочу. Как мне его получить? Расскажите, читеры. Ну так вот. Одним отрядом страшно здесь путешествовать по воде. Тем более таким вот отрядом первого тира. Наполовину первого тира. Поэтому я, наверное, все-таки всех буду возвращать вот сюда. Ну... Блин, или разбавить немножко, добавить им мощи третий тирный, так скажем. Отправить сюда. Слушай, а ты по воде не умеешь плавать?
Не амфибия ты? Нет, к сожалению, не амфибия. Хотя на море, наверное, он себя неплохо будет чувствовать. Но, знаете, я, наверное, все-таки всю эту мощь отправлю вот сюда. К гномам. Я думаю, там сейчас... Ну, не сейчас, но в скором времени войска пригодятся. Как минимум для обороны. Поэтому наших новых юнитов мы туда отправляем. А, Катя. Катя ходы все потратила. На обороне. Поэтому пускай пока здесь ожидает. Ну, я думаю, что ей в рудник сейчас будем отправляться. А, кстати, как далеко смотреть? Он же свои здесь лапы протянул к нам. Обскурум. Потенциально, конечно, вот этот отрядец бы тоже вышибить отсюда. Так, пингвины. О, пингвин, кстати, добегает. Ну-ка. Эх, не доходит. Ладно. А давайте эти войска все сюда. Здесь как-нибудь перегруппируемся. Вот из этих отрядов. Блин. Надо было тут зарубиться. Тут отряд посильнее моего. Ладно. Оставим их на разживу, так скажем. Когда в подземелье все решим, вернемся сюда. Здесь... Ага. Здесь как-то надо сейчас перегруппироваться и восстановиться. Хотя ходов сейчас все равно нет, поэтому... Хотя нет, есть смысл перегруппироваться. Давайте сюда железного голема. Духа водяного отправим лечиться. Здесь... Плохо, что вот на такой территории невозможно восстанавливаться. Давайте, наверное, все сюда. А вы... Ну, 1000 силы, но... не знаю. С одной стороны, конечно, выстоим. Но одного, от одного удара выстоим. А вот следующий удар, боюсь, что... Тяжеловато будет следующий удар и терпеть. Ладно, надзиратель пошел. Собаки хилятся. Ну и очень сильно надеемся, что гномы сейчас по нам не ударят. Вот по этому отряду. Повторюсь, один на один-то мы здесь должны оттанковать. В принципе, хил есть. В принципе, заклинаниями хил есть. Отряд, мягко сказать, не слабый. Кстати, что с текстурками у голема на заставке? Я где-то в настройках что-то подкрутил или что? Интерфейс, допустим. Графика, допустим. Не знаю. Почему такая текстурка плохая у голема? Такое чувство, что разрешение у него какое-то здесь маленькое. Причем все остальные вроде нормально нарисованы, а вот у голема какая-то проблема. А другие правители объявляют о прекращении вражды. Да уж, это интересно. Ну ладно, гномы не ударили, это радует. А, парад покойников. Жители Вавина устроили празднование, во время которого они дают дань почтения своим мертвым, чтобы те могли покоиться в мире. А, городской магистрат пускается в объяснение. Мы не хотим, чтобы наши покойники вставали из могил, сея смерть и разрушение. Именно поэтому мы проводим на городском кладбище праздник, в ходе которого каждый житель может поделиться с окружающим своим счастьем. Так умершие узнают, что там все хорошо, и смог продолжить свой путь, не испытывая потребности вернуться. Нашему празднованию стоит лишь одному – ваше благословение. Не согласитесь ли вы произнести пару слов? Так, Вавин, 8, у нас, кстати, маны 1000. 270 авторитета можно получить. Покой с миром, пусть теперь другие жители несут ваше бремя. Плюс один житель. 156 производства. Либо кислево. Не бойтесь восставших мертвецов, узрите, насколько они могут быть полезны. Можно двух скелетонов. Да нет, я на самом деле авторитет хочу. Кроме шуток, я хочу много-много авторитета. И это на самом деле очень круто. Во-первых, мы теперь можем... Слушайте, а мне нужна инфраструктура для телепортации? Я вдруг подумал.
Я же могу вместо инфраструктуры для телепортации теперь строить... А, здесь пока не могу, мне городской центр нужен. А мне телепорты как таковой сейчас ведь и не нужен. Мне нужны... Как они называются? Вот эти вот. Врата времени. Да, слушайте, а я тогда и не буду. А, у меня что, новая книжка, что ли? А у меня новая книжка? Ой-ой-ой. Вот она, книга «Рассечение. Овладейте искусством аннулирования волшебства, чтобы разрушать саму суть призванных созданий». Мастер помех. Атаки под помехами накладывают. Применен к этому воину чар для воинов, временно не действует. Это, кстати, классно. То есть все пробафы будут на противника не действовать. Это здорово. Ух ты, сразу рассекающий голем доступен. Защитный купол, либо астральное рассечение. Воин магического происхождения с базовой вероятностью 60% будет убит. Давайте попробуем. Зачарованная сталь, кстати, готова. Зачарованная сталь. Давайте ее сразу запустим, что ли. Так. Где теперь наш зачарованный железяк? Доска и броня. Воин получает 3 к сопротивляемости против магических атак. Ну, это здесь, получается, не отражается. Только когда его магически будут атаковать, сопротивляемость будет учитываться. Ну, ладно. К магических атак, получается, на заклинание, наверное, это не действует. То есть заклинание по одной сопротивляемости будет проходить. Ну, окей, на тебя тоже это действует теперь. Да, зачарованная сталь на него тоже действует. Это замечательно. Так, прекратили вражду, это на самом деле не очень хорошо. Ноктус минус 800, надо, чтобы все с ним воевали. По крайней мере, из моих друзей, назовем их так. 70 золота, где бы еще золото-то взять, а? Ну, с таким количеством армии, на самом деле, проблема будет с золотом. Это ожидаемо. Блин, какой отряд сильный тут стоит. Прям сильный-сильный. Ну ладно, мы пока сюда тогда идем. А здесь. Давай тоже восстанавливаемся. Здесь. Подходим. Здесь подходим. Сейчас тут перегруппируемся. Так, ты, дружочек, тоже давай сюда. Может, конечно, и Кати кислевскую армию собрать. Давайте, наверное, подземелье все-таки зачистим вот этими ребятами. Чтобы сейчас, вот именно сейчас, время на передислокацию не тратить. Так, ты, дружище. Да, давай тоже кучку иси сюда. Пингвины. Заходим. О, зачарованная нора. Не зря, значит, я... Сюда шел. Так, знаете, как, наверное, хочу? Хочу их растянуть. А, все равно не дотягивается, блин. Здесь не натянешься. Ой, как много копать-то тут всего можно. Слушайте, какая богатая локация. Еще один город хоть строй. Но нет. Это мы присоединим к столице. Что сможем? А тут... Вот как плохо, что нельзя вот этот... стенку эту сломать. Как бы было бы здорово, а? Так, ну хорошо, получается, наверное, вот так заплываем. В принципе, можем начать уже зачищать все это дело. Я здесь корабль, ну я с кораблем-призраком когда-нибудь зарублюсь, но не сегодня. Пока давайте, наверное, на берег выходить. Прекрасный бой, прекрасные потери. На берег, и надо идти забирать руинки. Так, а у меня здесь хилата нету, да? Да, хилата у меня здесь нету. Зато есть речной тролль.
и бронзовые големы, которые теперь зачарованные. Ладно, ждем пока. Пока ждем. Надзиратель, кстати. Эх, надо было своего надзирателя в этот отряд отправить. Много здесь интересных юнитов, которых можно было позахватывать. Может, так как-нибудь пока его подлечим. Чтобы хоть урон не получал лишний раз. Давайте им детонацию сдетонируем. Бабах. Добегают ведь негодяи. А я вот так вот стану, всех щитом прикроем. И будем таковы. Причем тебя, наверное, даже чуть-чуть отведем. Ты нас в ответ не любишь бить. А вы, ребята, стойте, танкуйте. Больно. Блин, защиту нам пробили. Слабость наложили. Подожгли, пометили. Ладно, не подожгли, пока просто пометили. Ой, в ответ как больно. Это же маленький голем, да, это голем-помощники. Да, тем более, слушайте, здесь товарищ сетью лезвий есть. Сюда по-любому нужен надсмотрщик. Кто там, надзиратель? Надзиратель? Да, надзиратель. Так, здесь еще у нас есть. Управление огнем вот есть. Мы можем неплохо так поджечь. Есть молния. Мы можем молнию шарашить. Можем обычной атакой. А можем кого-нибудь подморозить. Давайте с лучников. Да, лучники замерзли. Еще звездные клинки зарядились. Можем, кстати, шокировать попробовать. Всех оглушили. Вот эта песня. Нечасто такое бывает. Так. А давай огоньком. Еще и подожгли. Так, ушение прошло, убийство 80%. Ну-ка давай. Готов, еще и захилились. Так, а ты по скольки попадаешь? До двух. Ладно, давай сюда. Одного добьем гарантированно. Здесь, в принципе, все. Цены там только мои немножко подгорели. 77. Найма. Но найм-то нам не особо нужен, честно сказать. Так, тут ребята еще высадились, но я боюсь, что все-таки надо вместе с основным отрядом здесь лутаться ходить. Одним отрядом тяжеловато, прям скажем, здесь что-то сделать. Ну, точнее, одним вот моим таким отрядом, который не особо укомплектован топовыми юнитами. Так, собачки. Собачки, кстати, полностью готовы сражаться. Они прям фуловые. Давайте, конечно, попробуем как-нибудь перегруппироваться.
так, что ли, пока. Ну, вы давайте тоже рядышком стойте на всякий пожарный. Вы пока все-таки лечитесь. А вы, соответственно, подходите. Так, пингвин. Ты отсюда не дотянешься, да, эту штуку копать? Или дотянешься? Дотянешься. Ну, значит, копай. Знаю, ой, рыболовные угодья, жемчужный риф. Слушайте, богатые какие ресурсы-то здесь. Ну, столица закончится здесь в нормальной области. Уйдем под землю, а там под воду. Эх, деньжат бы где-нибудь заработать. Ну, хотя, возможно, отсюда сейчас из зачарованной норы что-нибудь добудем. Еще каменоломни будут ману давать у нас в столице. Тут у нас сколько-то есть, да? Одна. Аж одна каменоломня. А, нет, две. Две — это хорошо. Только я что-то вторую не... А, вот, все, вижу. Вот она, вторая. Так, ну, слушайте, гномы не рискуют на нас выскочить. Меня это очень радует. Безумно меня это радует, что гномы на нас не идут. Так, сейчас удача у нас будет. Удачу, кажется, я для лучницы делал. Баня почти дотроилась, господи, достроилась. Ответить на призыв. Не могу, дружище. Доступит новый навык. Золото мгновенно 2000 увеличивается. Вот это огонь, конечно. Это, конечно, огонь. Особое улучшение провинции плюс 5 к золоту дают. Слушайте, не-не-не, это я сейчас посмотрю. Возможно, мне даже камень следует взять. Хотя камень. Ну, камень нужен. У меня сейчас еще один город нейтрально появится. Геликс Холд. Так, удача. Удача — это Яникари нашей. Давай. Теперь еще больше урона будешь после нанесения урона заклинаниями наносить. Еще здесь дружочки на мане стоят. А вы здесь что такое раскопали? Пустоту, например? Ну, это как-то не очень. Здесь раскопок просто вагон и маленькая тележка. Вот серьезно. Давай еще копай. Вот еще можно копать. Слушайте, столько лута здесь. А здесь птички. Птички-синички. Ну, насчет захвата войск, наверное, я погорячился. У меня и так 30 золота вход. Так, требуется указание. Угу. Ну, к слову, почти дошли наши отряды здесь. Даже знаете что? Наверное, нужно из вот этого отряда переводить войска, заводить сюда дорогие. Допустим, вот этого мушкетера мы убираем. Да, там есть скидка. Сколько сейчас будем экономить? 4-6 монеток экономится. Классно. Так, здесь уже мест не хватает. Ну, у всех вторых тиров, значит, надо выводить отсюда. А заводить третьих. Потому что они подороже. Соответственно, скидка на них будет больше. Ну и вы, получается, сюда забегаете. Ну, вот и 1105 силы этого отряда. И здесь еще 688. И еще на сдачу 420. Ну, обалдеть теперь. Так, а вы шевелиться уже не можете? Ну ладно, на следующий ход, получается, сможем даже поменяться. Здесь 688. Слушайте, 688 силы, а? Кто? Альтландис, это подземельный, это подземный, да, это подземный. Ребятки нашего союзника здесь гоняют. Понятно. Ну ладно, давайте смотреть, что мы можем себе взять. Можем взять еще один камушек, чтобы быстрее вассалов получить. Можем 2000 золота взять. 2000 золота сейчас решат многие наши проблемы. Можем фермы взять себе улучшенные. Много у меня ферм. Плюс 5 к пище они дают. 2 фермы. 3 фермы. 4 фермы. Ну, тут нет ферм под землей объективно. Здесь ферм тоже нет. С
волчки. Расстояние можно увеличить. Но это мы никогда это не прокачаем. Это очень долго. Вот особое улучшение провинции, классно. Особое улучшение провинции еще и плюс. Тут за каждого... А, за соседство. А, допустим, есть у вас там куча рудников рядом. Соответственно, будете бонус получать. Я бы на самом деле сейчас золото себе взял. Да, я и возьму. Почему нет? А, и мне и на другое хватает. Ну, отлично. Давайте я камень возьму, золото возьму. А, камень, соответственно, я... А я пока никуда его не отдам. Здесь только через два хода появится. Тут у меня с вами же максимальное отношение, максимальное. А вам смысла пока отдавать даже камень нет. То есть, видите, я отдал, но как бы ни на что это не влияет. Ну ладно, бог с ним, пускай камень пока у них полежит. Когда Гельгсхолд отлипнет, камень им передам. Здесь покорный вассал через 4 хода. Здесь процветающий вассал через 6 ходов. Это долго еще на самом деле, хотя благосклонность растет. Так, 2100. Ну давайте пойдем смотреть. Есть у меня кто-нибудь в тюрьме? У меня он в тюрьме есть. За 6 ходов можно обратить. Товарищ 5 уровня с ангельской трансформацией. Помазанный народ. Все дела. Приверженность 7 у него. Порядку. 14 золота будет приносить. Но 6 ходов ждать. Очень долго. Очень-очень долго. Давайте смотреть, кого можно нанять. Так, сначала из наших посмотрим. Ух ты, кто такой? Ничего себе, Двалин жизнедав. Серьезный дядька, а ты кто, вербовщик? Ну, наверное, нет. Адепт материи, кстати. Блин, адепт астрала. Как по мне, это слишком крутые перки. Уничтожитель, какая-то сфера. Щеголь. И зодчий. Вот зодчий классно. Зодчий прям классно. Но мне нравится адепт астрала и адепт материи. Хотя адепт материи, наверное, мне не особо нужно. Но 31 ход. А если еще плюс 2 добавим, это, соответственно, чуть-чуть побыстрее будет. Здесь тоже приверженность астралу можно прокачать. В принципе, и то хорошо. Давайте смотреть, кто из них все-таки интереснее. Да одинаковые, господи. Что тот лучник, что тот лучник. Хотя это вроде бы девушка. Орлиный глаз. А, они все 7 уровня уже. Слушайте, 7 уровня круто. Презирает слабых. Неподвижный военный инженер. Наш, конечно, дешевле, но они на 3 уровня слабее. Давайте, наверное, все-таки адепта материи еще себе возьму. И мы еще плюс 2 единицы приверженности материи получим. Итого у нас будет 10. Еще быстрее мы все наши топовые перки откроем. Прям вообще очень быстро все дело откроем. И это на самом деле не может не радовать. За астрал как-нибудь... Хотя играли мы уже за астрал. Давайте я все-таки материю возьму. Такие же мы парни из Кислифа. Давай, Ода Жизнедав. Добро пожаловать на борт. Сразу мы тебе борту, наверное, сбреем. Конечно, я все понимаю. Борода, все дела. Чуть-чуть у нас сразу с... Уднешь. Вот так вот. Прическа пускай будет. Да, вот так ты, соответственно, берешь себе сразу убийцу чудовищ. Сразу ты просто начинаешь испепелять. Берешь себе каску, берешь себе нагрудник. Сапогов нет.
белого ездового медведя себе сразу берешь. Хотя нет, кошмарного паука себе сразу берешь. Кольцо жестокого убийцы себе сразу берешь. И все, ничего больше не берешь. Вот как-то так ты выглядишь. Тогда по перкам давайте смотреть, что у нее скачок. Скачок прикольно, но сброс навыков сразу. Смотрим, что есть. Призыв элементаля, ну естественно, сразу. Прям вот сходу. Еще сходу у вдохновляющего командира. Тоже прям сходу. А дальше давайте смотреть. Ну, наверное, если уж лук. Если уж лук, то стрельба из лука. Стрельба из лука. Ледяное оружие. Стрельба из лука 2. Еще что-то надо взять, чтобы был орлиный глаз. Ну, концентрированную агрессию пускай. Теперь орлиный глаз. Ну и боевое искусство, что ли? Страшный лучник. Да, давайте тоже. Ну, лук замаксим ей, а дальше уже будем качать в поддержку. То есть она пока у нас только на армию влияет в плане скидки. Так, что строим? Что им дорогое строим? Зал потока, классно. Можно шпиль бахнуть, еще плюс 5 к авторитету. Но почему нет, давайте бахнем. Золото есть, мана есть, все есть, за 3 хода построится, красота. Факторе не назначен губернатор, ода жизнедав здесь назначена, лично. Золотишко начала приносить. Угу. Мораль тут, конечно. Мораль, конечно, да. Здесь зал стали нужен. Он ускорится только после 5 жителей. Они у меня будут очень... ну хотя через один ход прибавится. Через один ход прибавится, окей. А там, может быть, за авторитет купим. Так, ну еще и все, постройки кончились, что ли? Да, 20 золота за ход. Доход. Доход 20 золота за ход, окей. Сейчас, давай спускайся под землю. Будешь помогать вот этому товарищу. Может, у него тоже, кстати, сбросим. А, у тебя есть уже вдохновляющий командир, окей. Здесь все есть. Так, ты давай присоединяйся. Ты давай тоже присоединяйся. Вот пошли скидочки. Здесь. Так, Кать, у тебя такая сейчас работа по зачистке. Вот это все дело надо зачистить и... Пасть не двор. А ты чего не говоришь, что ты что-нибудь построить хочешь? Таверну, например. 6 ходов, правда, но ничего. Так, а может, мне еще какой-то город не говорит, что что-нибудь построить хочет? Или все нормально? Вроде все нормально. Да, вроде все нормально. Тогда. Здесь получается, да? Устраиваем заварушку вот с этими ребятами. Они от нас убегают. Мы можем купить себе темного воителя. Темный воитель, чемпион. Да не, пускай идут с миром. Жезл пробуждения нежити, кстати говоря. Жезл пробуждения нежити. А давай вот тебе выдадим его. Будешь мертвяков поднимать. Так, здесь 830. Может быть, поменять щита чар на этот бой. На хилера какого-нибудь. Хотя здесь мало у меня рукопашников. Да и около мясника можно поменять. Да, давайте я, наверное, вот так сделаю. Вот этих двух ребят возьму. Вот так. Паук хорош. Тем более его качать надо. Все-таки в матриарх превращается. Какая-никакая хилка будет, белая ведьма будет. Давайте пробуем забрать зачарованную нору. Войдя в пещеру, Трот и его воины находят следы жестокой схватки. На полу лежит труп взрослого единорога и его детеныша. Похоже, животные рассчитывали найти здесь убежище, но угодили в засаду. Смотрев трупы, Трот предполагает, что они могли стать жертвами дикого молодого ледяного дракона. Молодой ледяной дракон. При предстоящем сражении будет действовать эффект прожорливые хищники. Все обороняющиеся получают эффект жестокая трапеза. Хавают трупы и хилятся. Можно накормить тварь до отвала, когда молодой ледяной дракон отяжелеет напасть.
Да не. Ослабление обороняющихся. Здесь автобит, возможно, даже сработает. Да, автобиту прекрасно сработало, только съели у нас товарищи хиллера. Эх, дракошки. Прямиком из нашего прошлого прохождения. А какие виверны? Костяные. Костяные виверны летят. Молодой золотой дракон и парочка черных ворон. Так, паучок, ты давай, наверное, вот сюда встань. На следующий ход вас забафаем на силушку богатырскую. Чтобы посильнее вы сражались. Давай бафаем вас. Дополнительная силушка. И можно, кстати... А, нет, нельзя влететь. Можно, но ответный удар такой же, как и у нападающего. Поэтому как-то не хочется... Так, а вы уже в меня влетаете? Да, уже влетают. Конечно, молнии их просадить. Давай просадим, почему нет. Пробитое сопротивление. Ух ты, всем на электризованность еще посадили. Можно, кстати, заморозить, попробовать, раз уж пробитое сопротивление у вас. Одного заморозим. И второго тоже заморозим. Чтобы не суетились, ворон долетает, ничего страшного. И даже не долетает, что далеко остановился. Кстати, можем попробовать запрыгнуть. И паутинка их. Обездвижили, кстати, товарища дракона. Добавим еще вот вам. Здесь можно еще ослабляющее рассечение сделать. Интересно, он на него отвечает? Нет, не отвечает. Ну, значит, ослабим. Ага, не отвечает. Еще как отвечает. Ладно, вроде терпим. Так, здесь можно огоньком их полить, а можем и простым огоньком. Простой огонек тоже жарит, мам, не горюй. А здесь бы даже подхилить получается. Так вот сделаем. Ярость дракона. Ну, немножко они сейчас нас покоцают, конечно, здесь. Ой-ой-ой. Как бы не кританули. А, нет, они решили сюда атаковать. Ух. При неудачном раскладе... Ну, хотя не должны они критовать, конечно. И у нас сейчас выхилиться пошли. Очень сильно могли нашим магам они вжарить. Если бы кританули. Ладно. Покончив с угрозой, Трод клетки череп начинает осмотр пещеры. Трод приказывает вынести труп единорога и ее детеныш наружу. Два воина начали поднимать тяжелую тушь, как из-под нее раздается жалобный звук. Отодвинув тело, они увидели малыша единорога. Похоже, мать спасла его от гибели, закрыв своим телом. А единорог продолжает скулить, жалобно глядя на Трода крепкого черепа. Молодой единорог умудрился пережить гибель своей стаи в зачарованной норе. Теперь животное ни на минуту не отходит от Трода. Так, получили мы кучу маны.
Можно с кукуном сделать, можно отпустить, а можно и шкуры единорога получить превосходный мерцающий плащ. Ну, плащ-то и правда неплохой. Единорог второго тира. Давайте выкормим, а когда наберется, отпустим на волю. Стали мы выраженным добром. Получили мы зачарованную нору еще здесь до кучи. Можем, кстати, знаете, сейчас что сделать? Можем пока что форпост поставить, вот эту ману занять и зачарованную нору занять. Пока у нас столица до сюда не добралась. Она, получается, когда у нас доберется? 1, 2, 3. Это какой радиус? Первый, второй, третий. У нас прокачан. Мне кажется, у меня даже четвертый радиус, получается, прокачан. Это будет пятый радиус. Да, то есть мне, чтобы это захватить, надо либо... Что здесь? Вот это вкачать? Да, через 7-4 хода. Либо столицу на максимум вкачать. Вот этим зданием, железной цитаделью. Требуется не менее 15 жителей, но это не скоро. Поэтому придется так за полную цену строить. Да, придется строить. Да, герой получил новый уровень. Ну, тут дальние чары, наверное, надо взять. Чтобы подальше стрелять, подальше магия летела. В принципе, неплохой герой у нас тут получается из него. Ну, ах ты, подождите, а вот это то, что копается? Прикол. Это тоже копается. Это мы в соседнюю пещеру можем выйти. Так. Все интереснее и интереснее становится. Тогда куда мы идем? А, наверное, никуда не идем. Один ход постоим, похилимся. А дальше посмотрим, чего здесь выкопаем. Может, здесь что-то интересное будет. Здесь что? Собаки ждут, тут все ждет, вы ждете. Да, на следующий ход, возможно, сможем заменить вот этот отряд. Перегруппируемся. А заменить ли? Не, ну пока город не интегрируется, я, естественно, не пойду никуда. Поэтому давайте пока подождем. Как минимум два хода мы еще Геликсхолда тусим, а там видно будет. Как там у нас, кстати, с балансом сил? Военный рейтинг 7, у меня первый военный рейтинг. Обалдеть. Вот так вот, ребятушки. Вот так вот. Корсары без всяких зверей. Без всяких вот этих юнитов за области. Представляете, что творят? 11 золота вход получают. Вот они что творят. Да. Да. Просто вся экономика уходит на армию. Хотя здесь, знаете, что можно будет попробовать поторговать, допустим. Ага, они не хотят мне. А, может быть, что-то хотите купить у меня там? Я готов золотом. Нет, ничего. Точнее, я золото хочу. Давайте я вам что-нибудь продам. Нет, ничего. Нет, не хотите. О, радужный клевер, кстати. А у меня есть радужный клевер? Должен быть. Здрасте. Тоже смотрите, у него вон фокусирующая связь есть. Отношение минус 125. О, кстати. Рейтинг. Ой, рейтинг, господи, лидер рейтинга нарисовался. Ну, привет. Ага, он союзник Ноктуса. А что это Ноктус 590 всего? А где вы минус 800? Мировоззрение, радужный клевер, общий союзник вон у нас с ним есть. Ой, мы как бы еще и не подружились с ними. Вот это будет забавно. Другие правители заключили союз. Ну, это опять пошла песня, конечно. Эта песня хороша, начиная сначала. Можно, конечно, с ним специально поругаться. Так, а у него какие модификации? Что-то у него там кристаллы какие-то из плеч торчат. Ученые орки. А, рослинги. Похититель радости. Слушайте, он в прошлый раз, по-моему, как Ноктус в тьму вкачался. Ха, Ноктус в тьму ушел.
прошлый раз он в Астрале был. Ладно. Так, объявлен сбор. Берсерк, кстати, доступен из клыка сечи, но нам не надо. А тебя убивали, что ли? Так, выберите, что построить в Вавине. Городской центр мне нужен на самом деле. Или плюс 10 знаний, плюс 10 золота. Не, давайте городской центр. Слушайте, может в Кислифе сразу железную цитадель поставить? Я, наверное, так и сделаю. Пускай будет сразу. Да, я деньги все потратил. О, кстати, заняли они портал. Ну, а я, получается, золото займу. Ну, а я, получается, рудник вот это займу. Так, а у меня какого уровня город-то? Да, у меня нет еще. Я, получается, вот эту область не могу пока, да, занять, оскверненный храм. Пока не могу. А слушайте, а вообще можно будет отсоединить? Так, пасний двор я могу присоединить, оскверненный храм. Здесь даже кнопки такой нет. Будет забавно, если я оскверненный храм отсоединить не смогу. Просто обычную эту область можно отсоединить. А такую, волшебную, если нельзя, то это очень печально. Просто тут, скорее всего, сейчас, да, видите, не работает. Это третий радиус, где вот спуск у нас. И я пока дальше банально присоединять не могу. Поэтому я очень надеюсь, что мы не можем присоединить ровно из-за этого. Ладно, давайте рудник втыкаем. Правда, золотая жила захвачена. Так, здесь можем еще одну провинцию присоединить. Мы ее, естественно, присоединим. Поставим там телепорт. Залежи железа. Кстати, здесь вот неплохая будет как раз вот эта станция. Да, только я не могу ее построить. Черт возьми, мне сначала городской центр нужен. 5 единиц населения. Ну, можно, кстати, ускориться. А золотая жила найдена, кстати говоря. Ее страж-мародеры охраняют. А здесь проход. Слушайте, здесь что можно копать? Да, это реально проход. Очень интересно. Так. Ну ты давай тоже тогда выходи на берег. Как-нибудь здесь тебе тоже надо отрядец собрать. Так, ну тут я надеюсь автобитва без потерь справится. Да, спасибо. Немножко нам золотишко принесла эта автобитва. Ну и здесь надо сейчас что-то делать, смотреть. Тут есть еще одни раскопки. Давайте покопаем, раз уж мы рядышком. Я случайно 100 золота каких-то залутал. Ну, я не против. 326. Фактору. Долго тут, конечно, будет еще этот житель набираться. Прям очень долго. Так, ладно. Давайте в шипящую нору. Тут змеи. Можешь скормить жителей Кислея. Использовать ваше знание в магии камня, чтобы предсказать, на кого нападет проклятие Гаргоны. Это ерунда на самом деле. Все. Это, ну, бронзовая руинка. Здесь, да, 360 ополченцев. Катя умудрилась урон получить. 463 маны. Можно свиток, можно авторитеты плюс 5 к мировоззрению, а можно целительницу взять. Не, мне, естественно, авторитет нужен. И за этот авторитет, наверное, я сейчас одного жителя себе прикуплю. Да, я покупаю себе еще одного жителя. Я ставлю себе еще один рудник. И я городской центр начинаю строить. Причем вот так даже его смещаю, чтобы мне особые улучшения стали доступны.
Лаборатория алхимика. Миноломня. Пасний двор, пасний двор. Я думаю, где-то здесь телепорт воткнуть. Можно где-нибудь вот здесь. Через 4 хода. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Через 4 хода. Да шипящую нору надо присоединять прямо сейчас. Чтобы вот эта дизмораль ушла. А ведь 5 золота теряем вход. 6 маны теряем, 4 науки теряем. Все теряем, в общем. Очень-очень-очень теряем. А так еще и авторитет будем получать. За 20 ходов он нас окупится, так сказать. Или 4 хода. Нет, не хочу 4 хода ждать. Давайте так делаем. Шипящую нору присоединяем. Мораль сейчас выровняется. А так она уже должна выровняться. А, у меня здесь первая только таверна строится. Только первая таверна. А, какая? У меня уже был оскверненный храм. Я чего? Здесь просто все плохо. Здесь просто люди невеселые. И где мне тогда ставить врата времени? Здесь? Ну, как вариант, на самом деле. Или здесь, вместо рудника. Так, оскверненный храм чем считается? Порталом он считается. Тогда сюда, вот вместо вот этого рудника надо ставить. Врата времени, да. Сюда не пойдут здесь, потому что с одной стороны портал, с другой стороны, что это у нас? Следская станция. В общем, будет сплошной бонус. Но это после таверны, естественно. Хотя даже после таверны, представляете, в минусе будем. Город очень быстро разросся, и что-то я немножко про мораль-то здесь. Не то чтобы забыл, забил. Это так это называется. Так, 1182, 1017. Давайте, знаете что? Вот так вот мы это делаем. Небольшая рокировка. Теперь, соответственно, этот отряд у нас в обороне стоит. Ну и вас, ребят, тоже сюда подведем. Здесь сейчас все полностью восстановим. Здесь что? Можно, конечно, вот вас еще залутать. Вы там что-то охраняете? Запас материалов они охраняют. Жирно, конечно, двух героев вот на такую зачистку пускать. Но, с другой стороны, морские отряды очень сильные тут. Они-то под морские бои заточены, а я-то под морские бои не заточен. Поэтому с ними аккуратнее надо. И как раз сейчас Гельксхолд перейдет под наше покровительство. Ну и посмотрим, что там у гномов под землей. Гномов. Ну, гномы опять шестые по силе. Слушайте, они прям шатаются. То вверх, то вниз. Столица-то у них очень крутая. Ты как бы не поспоришь. Ой-ой, Павилис падает. А Павилис это чей? Судя по картинке, нейтральный Павилис. Веттенберг. Стереск. Это все вот эта подруга захватила. Она с кем воюет? Это она у Зейтиль подхватывала? Серьезно? Как она там посилит? Пятая по силе. Ну слушайте, пятая по силе, а Павилис это, по-моему, тоже город. Зейтиль. А, она его захватила. И начала что-то с ним делать. Окей, она, по всей видимости, пошла в контратаку. Хотя она последняя по силе. Лариса, армия третья. Здесь пятая. У кого самая сильная армия тогда? У меня? Да. О, я второй по силе. Ничего себе. Дипломатический рейтинг первый. Вот это номер. А, город... А, ну это Гельксхолд. Да, Гельксхолд к нам присоединился. 210 аж устрашения он просит. Ой-ой-ой, дракоклык. Через один ход можно еще будет устрашить.
Да давайте попробуем через устрашение с ними играть. Камешек заберем. Какой звук? В Геликсхолд камушек отдадим. Все, благосклонность, конечно, минус 50. Вассал 60 ходов. Ну, благосклонность потихоньку растет. Не то чтобы быстро, конечно, ладно. Зато город 4 ранга, Геликсхолд, реально крутейшим городом был. Собрано. Эссенция власти собрана. Чего? Плюс 15 авторитет нам добавило. Это подожди, это Геликсхолд нам отсыпал, что ли? Получено плод сребра. Да, арканитовая руда, плод сребра уста. Ох, ничего себе, Геликсхолд. Ох, ничего себе. Нормально так нам отсыпал. Так, кто там в бездну, Рекс, кажется, отправился. Слушай, спасибо, Геликсхолд. А где у тебя чего? Я хочу... А, вот плод сребра уста. Плод сребра уста. Вот нам его не хватало. Арканитовая руда где? Ну ладно, где-то тоже есть. Кислив еще одну провинцию может присоединить. И я хочу присоединить вот эту морскую провинцию. Тут, кстати, плюс 15 еды будет. Бабах. А тут чертов корабль. Так, ладно, пингвин, иди копай. Так, жемчужный риф найден. А тут плюс опыт. Так, а это не вы, да, опыт охранять? Да, знамя просто так стоит, кстати. Черт возьми, здесь можно копать. Здесь реально можно еще один город поставить. Нейтральный. Кроме шуток. Очень богатый район. Я все это столицей не смогу захватить. Так, а здесь вроде никого нет, да? Но здесь имеет смысл спуститься на воду. Не слишком сложная битва, автобитва. Да, не слишком сложная битва стала слишком сложной. Спускаться на воду надо и захватывать морские области. Как минимум для столицы, чтобы больше еды было. Да опять вот эти вот пауки. Я не обращаю внимания, что они очень страшные. Там третий, четвертый тир. Пауки и пауки для меня. А нет, не так все это работает. Злые пауки. Которых у меня пока нет. У меня паук-охотник только ветеран. Только вылет превратится. Слушай, а у тебя ведь теперь магия страшная, да? Да. Магия у нее теперь страшнючая. По дальности, конечно. Давай сейчас вот так вот шваркнем. Пробитое сопротивление на электризованность. Каскадная оборона. Перемещение. У меня только на одного подействует. А ну вот еще, если этих девчат подвести. Только эта дрянь сейчас прыгать ведь у нас будет. Сюда подойдет и впрыгнет. Дойдет и впрыгнет. Так, девчат, давайте сюда. На восприятие. Ускорение, дополнительную силу можно дать. Либо каскадную оборону. Ну, только дополнительная сила, на... это же для ближнего боя. А нет, не для всего этого боя. Здесь наносим уроном. Да, здесь еще сильнее ребятки стали. Не, здесь ждем. Они у нас сейчас впрыгнут. А нам это совсем не нужно. Так, паутина полетела. Обездвижились. Ой, на 57, как больно. 57 прям... Больнючий удар. Можно, кстати, еще одну сделать. Дополнительную силу. Так, ну здесь магию и... И как-то надо подпалить этих. Работяг.
Давайте вот так сделаем. Семь тринадцать. Давай еще силушки добавим. Шестнадцать, восемнадцать, 36. Ладно, давайте вы сначала. Слепота обездвижен. Мы его добиваем. Да, мы его добили. Можем кого-нибудь заморозить? Ну, 66 только больших. Ну, давай попробуем. Да, больших заморозили. Тут попали. Тут не дотягиваемся. Стоим в защите, значит. Хил не зарядился. Вот тут убиваем просто. Готов. Я даже большого убью. Самый опасный. Кусь, кусь, кусь. Наше легендарное заклинание. И там, видимо, только призванные остались. Так, 61 производство получили. Ну и ждем, получается. Дальше будем разбираться уже на море. Здесь очередная собака у нас появилась. И производство. Ладно, собака, давай. Если выживешь, будешь большой молодец. Драконы ледяные, ну тут автобой, должен все решать. Одна собака погибла, другая и пришла на службу, замечательно. Они нам просто великолепно экономят ходы, эти собаки. И еще одна собака появилась. Да что ты будешь делать? Две собаки. Просто одна собака бежит, а другую погоняет. Ладно. Осечка на последней драке. Погиб все-таки дух. Этого, естественно, допускать нельзя. Попытаемся его спасти. Хотя ранения, конечно, здесь на автобитвах страшные полученные. Ну, давайте сразу хилиться. Ну и пока ждем собаки. Знаю, собаки где-нибудь с фланга пока. Заходите. Наши стайные охотники. В принципе, все дело рукопашное. Золотой голем пошел. Ой, на 67 влетаем. Обалдеть. Просто на 67. Ну, можно, конечно, влететь, но... неприятно это будет потом для нас. Сейчас давайте вот их еще подлечим. Вот они практически фуловые стали. Так, а до сюда? Да, до сюда не добегаешь. Ладно, давай тогда в защиту. Слушайте, Катя, может вот так даже сделать. Вот так вот их позолотим. Потом голема позовем. Голем побежит. Дождет. Баллар, ты хоть весь израненный, но у тебя все равно миллиард здоровья. Давай сюда. По своему сзади. Да, не страшно. Немножко своего. Бей своих, как говорится, чтоб чужие боялись.
Дух никуда не идет. Вы, кстати, можете подойти. У вас здоровья много. Вы пока ждите. Возможно, вот этот дух бури куда-нибудь полетит в наше направление. Так, ослепил негодяй. Все здесь наэлектризовано. Здесь можем на 63 влетать, даже не заморачиваться, так скажем. Все это дело забирать. Так, а здесь? Да, здесь змей погиб. Но все еще показывается. Знаете, как, кстати, можно сделать? Можно через срочную телепортацию. Сюда вот его телепортировать. Вот так вот шарашить. И всех позолотить, например. Это номер. Еще одну собаку можем получить. На 63. Так. Блин, в электричество не хочется входить. Прям вот совсем не хочется. Мимо, к сожалению. Значит так. Ладно, просто поближе подойдем. Так, всех отпустила. Бам в ответ и позолотился. Какая жалость. 200 золота. 200 золота плюс кольцо жестокого убийцы плюс 67 еще золота. Итого 362 монетки у нас есть. А здесь в итоге вообще все зачищено. Врата времени через 7 ходов. Угу. Угу. 7 ходов это долго. Мне надо быстрее. Можно побыстрее? Слушай, я собак распущу, наверное, даже. Они нам тут свои задачи выполнили. Пока больше не нужны. А дальше. Слушайте, а здесь даже можно вот это взять. Неуловимую вертливость и стремительность. Чтобы на нас не действовали зоны контроля всякие. Чтобы мы просто бегали, как я не знаю кто, по полю боя. И, кстати, это полезно будет. Поэтому давайте, да, возьмем застрельщиков дисциплинированных. Ну, защиту оставим. 13 уровня она у нас. Можно, знаете, даже как сделать? А, нет, так нельзя. Так больше будем золото тратить. Здесь. А под землей чего? Ох, есть курить! А это... А это вся территория города нашего. Прикол. Это территория Геликсхолда под землей. А войск-то тут не слабо. 710, 855, 882. Еще орк какой-то тут затесался. Сам Фангир. Ну, чисто теоретически можно попробовать их здесь будет как-то подловить, вот одну пачку выкосить. Но это точно не в этой серии. Но смотрится мощно. Лира могучая, тут все бегает. Смотрится очень мощно, как ни крути. У нас... Ну, есть у нас три стека. Два больше тысячи, ну и один 785, так скажем. И нам нужно будет как-то затащить вот эти стеки. То есть как-то спуститься, ударить самый слабый. А потом успеть подняться и не выпустить противника отсюда. Слушайте, звучит интересно.
Звучит интересно, понятно, что не сегодня этим мы уже будем заниматься, потому что серию заканчивать пора. И на самом деле, для этого дела, возможно, даже Катю надо будет подтащить. Здесь все-таки серьезные ребятки собрались в этом отряде. Они, как по мне, смогут проще эту задачу решить. Как минимум три отряда, так скажем, на драке и два и один отряд на подстраховке. То есть закроет проход после того, как три отряда отступят из подземелья. Потому что там явно, ну не знаю, потери не потери, но нас точно потреплют. Вот от этого ну никак не уйти. И если будет четвертый отряд, который этот отход прикроет... То есть гарантированно будет армия, которая не даст гному нам ударить в спину. Это на самом деле будет очень круто. Но пока таких средств, конечно, нет у нас. Потому что Катя на другом конце. А здесь еще 7 ходов врата времени будут строиться. А здесь чего? А здесь мы вообще пока еще ничего не можем построить. Потому что городского центра нет. То есть чисто теоретически можешь даже и не торопиться. Где-то дождаться здесь вот врата времени, которые толще 7 ходов. Да что же за цифра такая? 7. Ну, баня сейчас выровняет здесь положение дел. Производство подрастет. И портал, наши врата времени побыстрее будут строиться. Ну да, получается, можно тогда заняться гномом. Алтарь древних пока немножко отложим. Здесь вся территория зачищена, здесь копать больше нечего. Или есть что? Подождите, я могу это раскопать? Но я здесь вряд ли просочусь. Нет, скорее всего нельзя. Скорее всего нельзя, хотя... Забавно. Блин, а я всех собак распустил. Я распустил всех собак. Ладно, давайте я пока вот так сделаю. Не забыть бы только на следующий ход попробовать, получится раскопать или нет. С одной стороны, возможно, себе хуже сделаем, потому что запустим сюда орка. Ну, просто для интереса, так скажем, возможно это или нет. Но здесь, конечно, вот потенциал сумасшедший для лутания. Повторю, здесь, наверное, еще даже горд может нейтрально воткнуть, кроме шуток. Здесь тоже все неплохо, но... Да, ну сами видите, что здесь мясо стабильностью. Ни таверны, ничего. Множители куда-то улетели в тартарары. Да, телепорт здесь, конечно, тоже будет очень долго строиться. 13 ходов аж. 13 ходов, какой кошмар. Пешком я сюда быстрее дойду, пожалуй, чем телепорт у меня здесь появится. Ну ладно, в любом случае, это проблемы будущего меня, пока на это не смотрим. Повторюсь, возможно, имеет смысл сейчас к гному заглянуть. С одной стороны, а с другой стороны, можно вообще на него забить и пока заняться своими делами. Закрыть вопрос с алтарем древних, допустим. Вот этих ребят выбить. Вот что же вы их никак? Сюда бы, знаете, призвать кого-нибудь, а мне некого призвать. У меня призывающих заклинаний вообще никаких нет. Ничего я не изучал. Коллективная оборона. Вот есть еще воины со щитами. Воины с пиками. Сколько это будет стоить содержать? 12-14. В принципе, могу себе позволить. Давайте возьмем самую коллективную оборону. Пускай защищаются получше. О, кстати, смотрите, нормально стала отражаться иконка. Теперь у нас железный голем и зачарованные стали. И коллективная оборона у него. Правда, коллективить не с кем. Он у нас тут один. Черт возьми. А застрельщики не умеют коллективно обороняться. А у меня здесь вообще больше нет товарищей. Ни с копьями, ни со щитами. Ну ладно.
Плохо на самом деле, что для стрелков мало бонусов. Вот что я хочу сказать. Для механизмов целая куча. А для стрелков что-то как-то слабовато. Ладно, ребят, что-то заболтался. Серию хотел уже минут 10 назад закончить. В общем, нормально. В одном подземелье разобрались, в другом, не знаю, может быть, в следующей серии займемся. Ну или гному пойдем. Я пока не решил. Мне честно, хочется закончить сначала все свои дела нейтральные. Ну, как минимум, вот для вот этого города. Как минимум для Фактору. А потом уже заняться с гномом. Но проблема в том, что до Фактора я буду бежать... ну, 6 ходов. Я всю следующую серию буду бежать и не добегу. Но и быстрее портал у меня не построится. У меня все равно 7 ходов он строится. Если Кате сюда бежать, ну, то уж 4 хода. Ладно, ребята, в общем, разберемся. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.